ЛЗСК – компания с высоким уровнем социальной ответственности – объявила благотворительную акцию. В течение месяца, покупая окна от ЛЗСК, вы помогаете людям. Часть средств от продажи пойдет на приобретение самого необходимого для вынужденных переселенцев – вещей и медикаментов. Так, ЛЗСК хочет поддержать людей, которые оказались в беде. Гуманитарный груз вынужденным переселенцам доставят в конце сентября. Подобные акции компания ЛЗСК проводит уже не в первый раз. Компания ЛЗСК «Оконные системы» всегда была компанией социальной ответственности. Во многих детских домах стоят именно наши окна ЛЗСК, которые мы поставили бесплатно. Сегодня в условиях сложившейся ситуации с Украиной мы не могли не отреагировать. Сегодня Россия принимает огромное количество людей с Украины, вынужденных бежать из мест ведения боевых действий. Безусловно, бизнес не должен оставаться в стране. Мы поможем и должны помочь людям. Компания ЛЗСК – крупнейший производитель окон ПВХ в нашем регионе. Производственная площадка компании располагается в особой экономической зоне Липецк. ЛЗСК выражает благодарность покупателям за совместный вклад в акцию помощи вынужденным переселенцам.